Что же мне теперь делать? Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем. Вроде живца. Понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь. Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас. Как же можно человека срезать гипс незаметно? Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить, усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа. С чего трупа? Но я уверен, что до этого не дойдет.